МИД тщательно отслеживает судьбы казахстанских детей, усыновленных иностранными родителями. Сегодня работу ведомства в действии можно было наблюдать в США. Здесь посольство Казахстана организовало для таких ребят настоящий праздник. На зеленом острове Манхэттена детей ждали конкурсы, викторины, спортивные соревнования, блюда национальной кухни и подарки. Я родилась в Казахстане, и меня удочерили, но я ничего не помню. Знаю, что мы из Азии. У меня есть друзья – Генри, Оливер и Мейджор. Они тоже из Казахстана. Мы приехали сюда, чтобы наши дети могли пообщаться с казахстанскими сверстниками. Нашему сыну Эндрю 9 лет, и он из Астаны. Мы усыновили его в 2006-м и считаем, что он должен знать о своих корнях.